Добрый день, ребята! У нас сейчас в школе проходит неделя географических открытий, и в связи с этим я предлагаю вам сделать такой замечательный предмет, как катамаран. Посмотрим, как это можно сделать. Итак, что необходимо для того, чтобы сделать катамаран? В первую очередь нам нужны ресурсы, второе, нам нужны инструменты. Ресурсами у нас послужит обычная бутылочка из под чая и две банки. В качестве крепежа мы будем использовать имеющиеся у нас трубки или шпажки для шашлыков. Инструментами у нас будут служить нож, бокорезы, ножницы и клеевой пистолет. Приступим к работе. Когда катамаран будет готов, в отверстие банки будет затекать вода. Чтобы этого не происходило, исправим эту оплошность с помощью клеевого пистолета. Итак, с помощью ножа я подцепил язычки, которые спрятаны были внутри, и по периметру запаял их с помощью клеевого пистолета. Для того, чтобы разметку выполнить правильно, воспользуемся линейкой, маркером и на наших изделиях нанесем отметки для того, чтобы соединить следующие детали с помощью трубочек. Итак, нанесены осевые линии. Если посмотрите, они у нас находятся по обе стороны на одинаковом расстоянии. Следующее. Сделаны отметки с одинаковым расстоянием между точками, которые у нас будут под отверстие. Если на бутылке у нас отверстия будут с двух сторон, то на банках у нас отметки только с одной стороны. Остается сделать отверстие, продеть трубочки и скрепить это все с помощью горячего клея. Итак, отверстия проделаны. Отверстия мы проделали с помощью острого конца ножниц. Когда мы пользуемся ножницами, помним, что острый конец никогда не должен быть направлен на какую-либо из частей нашего тела. Проделав отверстие, мы должны с вами сделать так называемую примерку, то есть обрезать трубочку под размер, и дальше мы ее закрепим. Итак, отверстия проделаны, трубочки продеты, и нам нужно сейчас их обрезать под размер. Как мы с вами это сделаем? Отмеряем с одной стороны одинаковое расстояние и с другой, и лишнее отрезаем с помощью бокорезов. После того, как трубочки обрезаны, для того, чтобы они не передвигались относительно бутылки, нужно их закрепить с помощью горячего клея. Итак, мы закрепили трубки в бутылке с помощью горячего клея и тем самым добились двух положительных результатов. Первое. Трубочки закреплены на месте жестко. Второе. Вода через эти отверстия внутрь бутылки уже не попадет. Следующий шаг. Мы закрепляем банки на трубках и точно так же скрепляем с помощью горячего клея. Итак, наше плавсредство практически готово. Остается установить мачту, и можно будет уже закрепить парус. Аналогично с трубками, которые крепят каркас нашего, но в данном случае неправильно было сказано, катамарана, тримарана, мы устанавливаем мачту. И если вы обратите внимание, она у нас не очень твердо стоит на месте. И для того, чтобы конструкция была жесткой, мы берем вторую трубочку, сгибаем ее пополам и вот таким вот образом закрепим и сделаем жесткий каркас. И наша мачта уже не сможет
двигаться влево или вправо и будет твердо закреплена на корпусе. Для большей жесткости я трубку разрезал на две части. И через это отверстие проденем мачту и закрепим на общем каркасе. Теперь, когда наша мачта готова, остается установить реи, прикрепить парус и поднять флаг. Поскольку трубка достаточно мягкая, а древесина твердая, с помощью острых концов наших шпажек я проткнул отверстие в трубке и сделал реи. Они у нас слишком большие, мы сейчас их укоротим с помощью бокорезов и вырежем парус. Итак, кусочек материи отрезан, реи готовы, остается только закрепить наш парус на наших реях. Закрепляем его с помощью горячего клея. Парус установлен, осталось закрепить флажок, и наш катамаран готов. Итак, ребята, за несколько минут мы с вами сделали замечательный тримаран-катамаран с символикой нашей школы и можем отправляться в плавание. Всего доброго!